сейчас Монти, не знаю, где Полинор, но его тоже там с Монти. И 4 кнопки. О, бля, там сейчас много критов у нас, я сейчас перекидаю вам каждому в пати по криту. Чё, 9к инжуэр в рейде. Кто в рейде? 9к инжуэр в паладине. Что, Ваня, всё? Больше 9000 нету? Уже все, будешь 15. Я не успел перепечь. А значит 7000 ДПС, понял. Все, сопроты. А, подождите, еще двух этих не убили. Все, все здесь. Пошли бить. Да хватит меня сумонить, Бонда, блять. Я тут около дракона. Дайте Геры. Чтобы не спойлер лишь. Вчера, слава. Да все Гер, знают, то, что, блядь, это курица ебаная. Ну, Геру чего не даем? Нажми, ха, любой, шам. Ебать, смотри, как я с жезла стреляю, как с пулемета, ебать. Быстрее, чем без локовских хуярю. Кот рейда, отверните, Женя, нажми сокру мастера аур на лед. Сейчас она задышала. Да, не надо. Бля, я никогда не думал, что у Худикей такой персонаж смешной, пиздец. А кто у него там? Ты посмотри, как он у него бегает, это пиздец. В этих 3D как нахуй. Надо посмотреть, я не видел, кстати. Этот, идите за пульте второго, Брикоша. Ну-ка, Худикей, давай. Ебать. Так, побегаем, Дикей, пожалуйста. Что, Дикей? Что такое? Я не могу только телефон. Алло. Тут говорят, тебе на степэд надо за алкачарты с опытом. А нахуй мне... Ну, давайте, любой аргумент, зачем мне БК-чар, БК-сокет, и тогда я могу подумать. Один, хотя бы. Затем. Ставишь фиолетовый на РПБ вынос и будешь более живучий. Еще вопрос? Ладно. Все получается. Да, ты начнулся. Часто умираешь. Умираю. По-любому из-за чарки, ебать. Не, чарки у меня все ебакашные вообще. Сейчас проверим. Вообще-то у тебя на пухе алкашная чарка. Что? У него на грани алкашная чарка? Да. Встаньте вы все быстрее в центр. Не убегите, не бегите, не бегите, хилите. Я сам выебу, блядь. Смотри, никогда так. Все, все сопроты кидайте. Уфолог будет, возьми войд сопроты, Сасуна возьми сопроты, Петя возьми сопроты, все возьмите, отдавайте. Я развелись. Теперь у босса есть две фазы на первой фазе. Мне не кидай, у меня нет саппорта. Я же сказал, кому кидать. Войд, Уфолог, Хай, Сацуны. Да, все пьют саппорты. Четыре кнопки можете менторить.
4 кнопки. Да, у босса есть 2 фазы на первой фазе. Первая фаза, вот, короче, 2 фазы. Наземная и воздушная. В наземной фазе все стоят, бьют под левой лапой. Потом босс всех притягивает. Стоите, бьете под левой лапой, не заходите во фрейм босса, но как можно ближе к левой лапе стоите. Бьете. Потом босс всех притягивает, отбегаете в квадратик все. Побежали в квадратик. Если будет 85% у босса, он взлетит. На взлетке. 2 человека, не 2 человека, 5 на 5 на 5 людей кинется метки. Нужно будет по 2 человека забежать в крест, квадрат и луна. По 2 человека. Неважно, в какую метку 2 человека, в какую один. То есть может 2 в крест, 1 в луну, 2 в квадрат. Потом 2 в квадрат, 2 в луну, 1 в крест. Это не важно. Главное, чтобы никто, кто-то не забежало 3 человека и не забежал кто-то между меткой. Если видите, что бежит 3 человека, лучше 1 человек или даже 2, бегите сюда влево, вот сюда, туда поставьте. Чем станете между метками и в 3, по 3 человека. И также, когда вы будете отбегать сюда, не забегайте выше первой ступеньки. Далее. Босс будет вешать стаки, миличные РГДшные. Как их скидывать? Их скидывать просто стопать атаку. Не бьете босса, и будут стаки скидываться. Сорян, надо идти уже, блядь. Ну, красавчик, можно ему минус оформлять, блядь, вообще за такую херню. Это кто? Викиндофа возьмем тогда, Лёху. Чё, второй запал? Хил аспект наш. Это Стреля? Давай. Стреля ушел? Да. Короче, надо тоже добавить, типа, такой момент, чтобы люди предупреждали, если не могут долго рейдить, то пускай не идут даже в рейд. Ну, типа, условно, так. Типа, вот суббота, типа, целка, там, не знаю, 4,5 часа, там, Смотрите, викиндофа и начислить Ваня сразу ему 2000 ИП. Богу, так обидно, 2000. А из-за этого, подожди, не начисляли, что ли? Чего 2000 ты говоришь? Потому что... В замене ничего не начисляется. На замене начисляется потом. Вот он замены выдал, ну, в рейд, все, ему начисляется... Просто... Женя, обязательно будет сейчас спрашивать, когда тактика объясняется. То я просто смотрю по ИП, поэтому спрашиваю, как это считаю. Но вот зачем? Обязательно это сейчас сделать? Вот что я говорил сейчас? О чем? Давай ты расскажешь тогда. Блин, задолбали уже. Короче... Ты говорил про две колбы сносить по меткам. А, по 2 человека сносим. Женя, ты должен первый, когда будут глыбы закидываться именно, ты даешь первую массу кру. На вторую отдает Паша рунмейт. То есть именно не на притяжку, а когда глыбы выкидываются. На первую глыбу ты, на вторую рунмейт. А, Ваня еще есть. Ваня, у тебя есть масса кру? Да. Давай тогда ты на вторую. Гудхелп на первую, ты на вторую. Паша на сейф на всякий случай ставит. Это касается глыб. Потом, чтобы босс вешает стаки, чтобы скинуть стаки, нужно прекратить бить босса на какой-то период времени. Прекращаете весь босса, стаки скидываются. Больше 5 стаков не набираете. Дальше. На 35% начинается вторая фаза. На второй фазе все РДшники становятся в квадрат. Мы будем заносить метки в ромбик уже и трусы. Как ставить в трусы метку? Трусы вы должны поставить метку ровно посредине пуза синдры. Она может там кто-то нечаянно там поставить немного левее, правее. Вы должны будете поставить посредине пуза метку и не заходя во фрейм босс. И будем выносить в ромбик. В ромбик. Когда мы выносим метку в трусы, все милики отбегают в РДД зону, либо немножко правее от синдры, чтобы вас не приморозило. Лучше в РДД зону убегать. То же самое, когда в ромбик ставят, просто чуть правее стали, чтобы вас не приморозило. Потому что в РНЖ 10 метров вас тоже приморозит. И появится дополнительная глыба. Когда скидывается глыба в ромбик, милики идут ее разбивать. Когда скидывается глыба в трусах, я буду говорить, когда ее не разбивать, когда ее будут подбивать до 20%. Ну, в принципе, основное все. Также, когда мы... Ладно, это не буду запутывать. Поставьте еще ГБ, пожалуйста. Я рыбу тянул снизу. Угу. Поставьте один ГБ кто-нибудь. Спасибо.
Сейчас закину НК. Даже не понял. Готовность на пол. Паша, танчить умеешь? У Фолога 4 кнопки, саппорт, у Войда. Паша, вон мой тут. Хорошо, ты сейчас будешь... давай, Андрей, ты первый будешь танчить. На полу у Фолога. Ты просто стой, как с Юю, будешь вторым офтанком. Слушай, давай сделаем проще, смотри. Бегай просто за мной и танчи. Я тебе побегаю. Ну, у него агронабор больше, типа. Ну, не знаю, тут на пулов хватает. Ладно. Паш, беги просто с уфологом рунмейт и уфолог танчит. Все, готовность. Еще раз одна. Кто второй танк, Андрей? Я не вижу. Рунмейт. Рунмейт. Окей. Все, побежали. Побежали все вниз. На себя, на мне. Сейчас поставлю на себя ромбик. Сейчас. Он всегда в трусах ловишь босса, всегда. Он сейчас босс летит, ты, короче, у него бросаешь там, вот и ЛП сразу. Не бежишь никуда, ждешь тут, пока сядет. Эти припоты. Да, он все поворачиваю вот так. Поворачиваю. Просто поворачиваю на месте. Все, хорошо. Лев... Так всегда делают. Под левую лапку станьте, и во фрейм босса не заходите. Куба не прижалась. Беги, малышка, беги! Побежали все к квадратику. Ладно, рогу пока не бэрим. Сюда бэрим. Бежит, поднялись остальные, кто без метки наверх. Женя, нажми массакру. И мастер на лед ты нажимаешь. На эти глыбы не навешиваете доты и до 20% их подбиваете. Также, если не знаете, как бегать, прячьтесь за остальными X7. Бегай за другими людьми, если не знаешь как. Да, выходи, лови в трусы, иди. Иди в трусы, румай. Разбивайте глыбы. Андрей, дай БР по Фокси. Я поворачиваю. Вот так, короче, красавчик. Вставай, Фокси, сразу. Дребафните Рогу. А ничего не происходит. Смотри, в следующий раз, когда ловишь, вот с трусов поворачивай ровно, чтобы босс не двинулся. Понял? Чтоб всегда было, короче, центр был вот здесь. Скоро будет притяжка, приготовьтесь. Через 4 секунды. Сразу убегать. Так как много не набираете. Ваня, ты следующий массакру нажимаешь на глыбы. Можете идти бить босса пока. Как она взлетит, выше первой ступеньки не поднимаетесь. Ритм пару майду кидайте. Ваня, массакру. Мастер, хорошо. На лестнице перебегите. Спрячьтесь между по центру, почти немножко левее центра. По центру почти. Выходи. Упадет и сразу разбивайте глыбы. Разбивайте глыбы. Вот сейчас ровно просто поверни, короче, аккуратно. Чтобы она не двинулась. Ты отходишь. Вот видишь проблему, ты далеко отходишь. Тебе надо просто вот по фрейму идти ее.
Вот закинь ПС-ку, и ДКшники, вы из этого шелужу кидаете, не видно, где стоять. Хилы с освобожденкой, много стаков не набираете. Чуть-чуть правее поверни, хвостом бодает, но чуть-чуть правее. Андрей, дай иннер по 4 кнопки. После того, как она взлетит, РДДшники, квадрат становитесь и под левую лапу не подбегаете. Маша, дай БР по Женьку. Танков СС и F5 закастуй в рунмейда, а в уфолога второй ему был. Все. Женя, Гудхелп, ты сейчас снова массакрун сжимаешь под глыбы. Мастер. Отлично. РДшники, после того, как приземлится Синдра, не спускаетесь под лапку, остаетесь в квадратике. Лево падает. Выходило ведь. Право падает. РДшники, в квадрате остаетесь. Первую метку выносим в ромбик. Медики, смотрите, чтобы вас не цепануло. Через 3% фаза начинается. Все, приготовились, вторая фаза пошла. Как Севен, куда ты побежал? Стой в квадратике. F5 побежал, Ром. Не, милики, можете бить. Потом идите, выпадет глыба, сразу идете разбиваете. Все, идите разбивайте, милики, Ром. Сейчас следующую метку выносим в трусы, во фрейм босса не занесите, и ровно по центру пуза поставьте. Этот человек, он у Маши побежал, а милики отбежали в РДД-зону. Маша в мишку, зубы по Маше. Эту глыбу до 20% подбили. Не разбивайте ее. Сто пулей урон по глыбе. Левую РДДшники подбейте до 20%, МОБОЙ в ром беги. Скоро будет притяжка. Танк прожмись. Все, разбивайте МОБОЯ, которая самая левая глыба. Зачем вы Машу разбили, блин? А вот он куда они? Марсес Ромб выбежал. Наемин, жми гимн на ХП. Геру дайте. За стаками следите. Заебись. Следующую по-любому в трусы выносим. И нажмешь, Ваня, 4 кнопки массакру. Паша тоже айсбаунд нажмешь. Авдикей побежал в ромб. В трусы, точнее. Отбежали милики в РДД зону. Быстрее. Нажали сейвы. Все, разбиваем глыбу. Войт, нажми гимн на ХП. Уже. Следующую в ромб. Мистер Бонд, ромб. Ромб, милики, мой сразу идем все раз. Рунмейт, вставай сразу. Бля, подождите 5 секунд, 4 секунды. Следующую в трусы, в трусах не разбиваем. Полинор побежал. Got help, must save. Полинора на фул. До 20% Полинора подбили. Милики отбежали в РДД. Быстрее. Надо добивать физку. Разбили, Маша, ромб. РДДшники, милики, точнее, сразу потом идете ромб разбиваете. Три хила, идите разбивайте быстро. X7 в трусы. X7 в трусы. В трусы! Сука! Минус XL на 500. Понятно. Его хвостом, по-моему, кинуло. Что непонятно? Бежать в трусы по прямой. В каких ты трусах? Ты в квадрате стоял. Так они семейные, квадрат. Ну, по факту он в трусах, но...
факту он нас всех лайкнул. Это рейд сам был бы слутал. Отойди с трусов, сейчас забудешь босса, кто там стоит XM, блядь. Резайте всех масресом, кто не встал. Рыбу поставили, все заново-заново начали. Минус X7, минус 500. Минус 500 ему, а не минус 250. У вас люди на притяжке умирали, чего вы мне не даете минус? Уже дали все минус. Еще на притяжке не дали. Ваня, дай еще XL, но минус 250. Еще от притяжки умерли, короче, Рога и Женек. Ну так все, мы им уже дали минус. Только вы XL, ну дали 250, надо минус 500 дать. Остальное все правильно. Ну это легко, а теперь 500. То же самое все делаем. F5 я пока чего не хватает. Быстрее, давайте, все. Побежали просто все под левую лапу сразу. Хант на второй фазе две метки, трусы, ромб. На первой фазе три метки, луна, квадрат, крест. Андрей! Что за таунт, блядь? Напулы все в него просто. Напулы в рунмей, да? Я не таунтил, это чё? Это напулы были. Блядь. Блядь. Женя, good help, себя масс экране забудь. Поздно, дал. Не должен повторять. Ему боя поднимите, а то сейчас умрет. Че? Че, он две губы сводит? Под левую лапку снова. Сейчас иди. Давай, скачи. Бежали, бежали. Женя, встать есть? Да или нет? Нету, нету. Андрей, дай МБР. Или Инеры сразу скиньте. Закиньте ему Инеры сразу, фулл ребаф его. По два человека, Ваня, с тебя масс-экран. Падает слева, справа должны все спрятаться за глыбами, чтобы не ударило. Женя, спрячься за глыбами.
центру ровно. Вау, падает. Паша, иди, готов все ловить. Последняя глыба и разбиваем. Не разбейте топка. Все, разбивайте. Левую подбейте, хорошо. Под левую лапку. Дайте крест по шаманам. Кто дал? Не дал. Спасибо большое. Фу, ребаф. Херово стояли, поэтому и прилетели так. Так, БР. А, БР нет, да? Женя, ты отдаешь массейв. Маша, у тебя походу БР, я всегда выйду. И сразу иннер залейте, у кого есть. По два человека не забудьте. Женя, с тебя массей. Good help. Чуть-чуть правее нужно стать, чем центр, чтобы спрятаться. Дальше РДДшники остаются в квадрате. Далеко падает. Паша, готовься иди ловить. Последняя глыба и разбиваем глыбы. До 20% подбейте. Чуть-чуть левее, чем центр надо стать. Разбивайте. РДшники в квадрате оставайтесь. Первая метка ромбик выносится. Приготовьтесь первый в ромбик. Больше 5 стаков не набирайте. X7 побежал ромбик. Быстрее! X7! Это трусы! Молодец. Милики пошли разбивать. Следующая метка в трусах. И трусы уже до 20%. Хилы все с освобожденкой. Вообще много не стакайте. Викиндов побежал в трусы, милики. Остальные убежали. Ну, прожмись, Викиндов. До 20% глыбу подбейте, не разбивайте. Не разбивайте, доты не вешайте, стопните урон. Следующий в ромб. Отлично, ждем, ждем, ждем. Пройдет вот этот обжигающий холод, Гера и разбиваем. Давайте Геру, Фоксу побежал в ромбик. Идите, милики, разбивайте. Следующая в трусы. Так, свободный иннер по 4 кнопки. Эмобой в трусы и ему зубы. Милики убежали. Эту разбиваем сразу в трусах. Уведите, отойдите назад больше, назад отойдите, нормально все. Маша, отбеги в сторону, влево куда-нибудь. Наеме гимн на хп нажми. Кусяло, если есть иннер, дай по этому. Паш. Следующую в трусы метку. В трусы, ванмейт. В трусы все остальные убежали. Массейф нажми сам. До 20% глыбу подбейте. Мильки, отойдите. Идите разбивайте, милики. Кусяло, если... А, ты отдал уже. Полинор, выбеги куда-нибудь. Полинора... понятно. Следующая по-любому в трусы. И Ваня отдашь массакру, если есть. Наеми побежала в трусы. И нажми свой сейф, если есть. Эту тучку. Разбиваем. Ну, всех хилов не осталось.
Мистер Бонд выбежал, пробуйте добивать. Кто остался? Падающий. Паша, как ты вздыхаешь? Ты можешь под каждое дыхание свои сейвы по одному отдавать? Зеленка. Потом кровь вампира. Он, короче, стаки не сбросил. Он стаки не сбросил. Это был момент. Бля, спрашивал, танчил здесь. Спрашивал уже, танчил здесь, танчил. С нами надо выйти с ним. Ну, типа, это победить описал. Можешь заметить? Что? Уйти надо мне, замени меня. Что? Ну заебись. Чего? Нет, не на завтра. Есть время на один трай? Давай в хил аспектность, короче, поабсорблю на каждое дыхание. Давай, иди, Ваня, в ретрика, прыгай. Блять, пиздец. Кого тут? Бета-тестер тут, слышно? Саня. Да. Нужна твоя помощь. Заходи. Получишь фул ИП. Чё? Меня слышно? Да. Может, лучше Женя в ретрик аспектнется? У него там ретрик, наверное, такой. Ну давай, давай. Женя, иди в ретрик, а Ваня в эту. Саня, ну что там? Ну, одну минутку я тут босса уже добью и ливну. Вот хелп, Женя, сделай себе макрош, чтобы сразу снимать сокруч себя, потому что вот этот урон, который в пяти возвращается, он не сейвит почти. Прыг. А бабулу каждый раз ты не сможешь отдавать. Саня, у тебя этот макрос есть, скинь мне, пожалуйста, по возможности. Ну и мне, Саня, отправишь тогда, что я делаю. Я сейчас в чат отправлю. А то получилось, что сокро отдал и кончился. Хотел как лучше, получилось как всегда. Дайте шкаф. Такие же эмобой не притяжку била. А их кинуло под ебало, типа, их дыхание убило, их не побежишь. Ну да. Типа, я не сейвлю вообще никого, я говорю про то, что, типа, они не виноваты. Да, там никак нельзя было. Просто забросил, сразу под ебало, и ничего было. Ну, то, что стоял криво, это да. Не знаю, как там криво стояли, сбоку, как обычно мы стояли. Или босс криво? Не, или... не ты криво сказал, а босс, босс. А, ну босс. Я не знаю. Все, разберемся. Давайте этот, чтобы не задерживать, надо добить уже сегодня. Саня, кидай обмен определенно. И дайте ему 2000 ИП. Бета-тестер. А кому ИП дать? Бета-тестеру. Санька, не мне обмен, а 4 кнопки. И готовность на пол. Если готов, все. Выпьешь по пути. Все, полетели. С отцом на первые глыбы сейвишь. Ага. Угу. Можете припоты пить.
Скоро будет притяжка, приготовьтесь. Через 1% убегаем. Не поднимайтесь высоко на первую ступеньку. Ждите, пока кинется. Кого нет, убегайте вверх. Куда ты бежишь, Ваня? Ваня! 4 кнопки. Падайте. Уходите. Нет, он наверх поднимался. Минусом дайте. Еще раз колонулись? Мне? Все, тебе ты вверх, да, поднимался. Упадите, кто там остался живой. Сейчас все, кто выбег, сразу наверх наподнимайтесь. Все, кто живой... Ладно, никто живой не останется, падать. О, здоров. Да стой, не встаю, не вставайте, мастерец сейчас закустую. Давай, Вань, быстро мастерец. Блять, ну не вставайте. Сразу ребаф, сразу начали. Следующие 5 секунд. Так. А вот это вот агайта ждать, значит. Да, вот ждать. С тобой потом, может быть, разберемся. Типа ты, когда я будешь в самой последней очереди, понимаете, так как ты вторые осколки собираешь. Короче, потом. Сейчас надо Синдру убить, там лич проще. Почти убили, если бы не XL. Готовность. Все, полетели. Побежали все сразу уже. Под левую лапку во фрейме заходите. Все хилы почти этот. Смотрите, стаков не набирайте. Жаль. Высоко не поднимайтесь, чтобы вот таких ситуаций не было. Никто не поднимайтесь высоко. Массейв, Сань. Сун. Ну, ладно, понял. Еще одна сопля и разбивайте. Левую почему не помогаете разбивать ребешник? Вот если есть поиску, можешь дать. Замуть микрофон, кто зашел только что.
Сжигающий холод скоро, притяжка будет. Приготовить. Жали. Бейте, бейте. Высоко не поднимайтесь на первую ступеньку. Люди, которые без метки, убегают вверх потом. Куда ты бежишь? Вот X7, не поднимайся высоко в начале. Все, теперь поднимайся. На тебя метку не кинул, значит поднимайся. Перебежались в левую сторону все. Правую сейчас сторону. Центральные глыбы больше урона, мало урона принесли. Разбиваем. Почему так мало урона сейчас под глыбы? Левую глыбу помогите. Убежали. Идите бейте. РДДшники дальше в квадрате остаетесь. После того, как она приземлится. Киндов, Вакати, Женек. По два человека. Я в одну один. Слева. Чуть-чуть правее до центра нужно стать, чтобы не задамажило. Ленор, аккуратно. По центру почти падает. Последняя. Глыба. Ровно по центру. Разбивайте. РДшники в квадрате потом остаемся. Первую метку в ромбик уносим. Помогите РДшники подбить. Вот если есть ПСК, можешь закинуть. Первую в ромбик выносим. Глыбу. 2% фазы, приготовьтесь. Фокси, много стаков не набирай. Я 10 стаков наловил. Да стопай. Бета-тестер побежал, зубы по бета-тестеру. В ромбик. Бета-тестер. Блять. Повезло тебе. Разбили миники. Да у меня ДБМ сломался, не работает. Нихуя не вижу. Все, тихо. Сейчас следующая в трусы. Эмобой в трусы, Ваня масса сокрудай. Эту метку не разбиваете. До 20%. Не разбейте, все, стоп, нули урон. Следующую, если что, ромбик. После обжигающего холода Геру и разбиваем. Андрей, как перестанешь танчить, этот ромбик убеги, Фокси. Дашь БРП в 5. Геру дайте. Дайте ему ребаф и еще одну геру. Следующую в трусы. Марсес в трусы. Сосун и массейф. Убежали с трусов, милики. Разбиваем сразу. Забил. Обе метки разбивайте сразу. Следующую в ромб. Бета-тестер ромб. Избежали милики от ромба. Сразу.
Следующую в трусы, в трусах нужно будет оставить. Не разбиваем следующую в трусах. По сацуны и инер залейте. В трусы и Паша нажмешь айсбаунд. Определенно, блять, меня убьет. Все сейвы отдайте мне. Меня не разбивайте до 20%. После этого, после притяжки разбиваете. Следующую ромб. Разбили. Милики, потом идете разбивать в ромбе. Идете разбивать. Следующие трусы. Дайте БР Мейсону, Маша, дай им БР. А вот теперь трусы побежал. Отбежали милики. Милики отбежали от трусов. Разбили. Следующая ром. Так, следующую в трусы, в трусах не разбиваем. Эмобой в трусы. И нужно его засейвить чем-то. Дайте ему сейв. Ближе подбеги, эмобой. Все, хорошо. До 20%, не разбивайте его. Стопнули урон. Миники отбежали. Дальше просто выносите куда угодно. Глыбы только из рейда выносите и добивайте Сацуна вниз. Все, добивайте босса. Все, заабсорбил он. Красавчик, я 12 стаков, если что, мне не отнимать, я сейчас уже 15 набрал. Сейчас умру. О, снимайте, снимайте. Опа, талик. Опа. Я тебе зубы дал. А, лут на мне, да? Да. Боже, оно упало, нахуй, да ну. Здесь она БДК, талик, нормально ж? Без... Да. Вообще идеально. Пошли. Ребята, у всех на них все лагало. На них все, да. Да, давай, Петя, минус 2. На Петя, минус 2. Да, иногда подлагивало. Блядь, у меня прям прям все отдумано. Все, давайте, ребят, давайте. Я поделал, Саша, Ну, и без дела. Понял, понял. Хорошо, извини, но давай просто все на лича сразу. Так. Макс, потом плюсанешь этот. Начислим тебя, я запомнил, что ты синдры. Посыпаешь три ньюса. Подожди. Так, сейчас. Кто здесь не знает тактику? Хант Рога, знаете тактику? Ой, блядь, поставьте шкаф. Короче. Короче. Ханта, хант сумонча и вкратце рассказываю. Босс состоит из трех фаз. Они по факту почти все простые. Не пусть на пулях и умру. Бля, справедливо. Короче. Мейсона сумоньте. Рыбу еще одну поставьте. Короче, Хан, смотри. Первую фазу мы бьем в двух пачках, я на себя квадратик поставлю. Бьешь квадратики вначале. Будет вешаться на тебя чума. Вообще на кого-то будет вешать чума, нужно будет вынести ко второму танку. Если она на тебя повесилась, то выбегаешь ко второму танку. Это будет медведь. Сразу же выбегаешь. Тебя диспелят, обратно возвращаешься. Далее, это вся первая фаза для тебя. Потом начинается в 5 хилов. Гудхелл прыгает в хила, Сацуна в ретрик. Так, дальше. Начинается перефаза. В перефазе, я сказал, все забежали вот сюда. Тут будут выходить такие духи, у духа перед лицом не стоишь, и будут идти с центра сферки. С подсферком ты должен будешь стрелять и разбивать их. Я буду тебе помогать, или там еще какой-нибудь лог, посмотрим.
Потом начинается вторая фаза, это самая опасная фаза. Ты должен всегда запомнить бить силича под спиной. То есть забежал под спину. Там будет два коста у лича. Вальки, появились вальки, ты по ним играешь. Если тебя взял, ничего страшного, появились вальки, и просто по ним играешь. Дальше второй скилл, который опасный, осквернение. Я сказал, скоро будет осквернение, значит, ты выбежал вот на этот круг. Вешается на тебя осквернение череп, ты выносишь вот к выходу. Не обязательно в эту траекторию, по любой другой траектории, только не валик и не в людей. Не вешается на тебя осквернение, ты забегаешь в центр. Смотри, если вешается на тебя осквернение, как его вынести? Ты должен просто не останавливаясь убегать. Там будет появляться лужа, нужно из нее выбежать. Чем больше людей в этой луже, тем быстрее она разрастается. То есть нужно выбегать там, где нет людей, и максимально быстро. И не выносить ее под валик. Далее. Потом опять перифаза, то же самое, как на перифазе было. И последняя фаза, то же самое, что и было. Нужно будет выносить осквернение, только уже не в центр будешь выносить, а просто в сторону куда-нибудь от людей. И будет появляться, ну не факт, что тебя закинет, может там любого человека закинуть, каст называется «Жнец душ». Там будет такой дух, ему нужно будет сбить каст и убить его. Каст ему можно сбить ледяной трапой и глушащим выстрелом. Ну, все, вкратце. Поставил рыбу. Пол ребаф. Готовность на пол. Первую ПС-ку войд, может, кому-нибудь выкинуть. Да, разролю после лича. Давай лича убьем, чтобы всех отпустить. F5, хайк, 4 кнопки. Ваня, готов? Что не хватает? Дайте ауру на тьму ему. Кто ауру на тьму занял, отдайте паладину. Я не хочу вносить какие-то изменения, но это просто вопрос, пока он шагает. А не можно бить как в десятке, блядь, просто стоим в одном фрейме, пиздец, а потом я с мобами уйду. Чтоб пацанов там не путать. Ну это ты имеешь в виду в одного танка имеешь в виду, да? Да не, в два также, просто я с мобами уйду и все, типа. Я не предлагаю сейчас так делать. Я спрашиваю просто. Ну, наверное, можно, то давай просто уже так привыкли, тут так побьем. Потом как-нибудь можно будет попробовать, когда уже все будут 100% знать, что делать. Да, когда за полтора часа до сюда дойдем, тогда может, да. А то 4 часа уже ебашим, как прокляты. Ну, бля, это долгий сегодня ЦЛК, прям сильно долгий. Репоты приготовили, нажали репоты. На пулу в рунмейда, если Паша ближе к нам подведи. Паша, ты мейн танк, ближе подведи. Вот так и держи. Скоро будет чума, приготовьтесь. Выносить вон к Мишке, выносите, если что. Викиндов побежал. Лёша. Из ПО. Хорошо. Вот так вот хант выносишь. Чума. Это вся первая фаза для тебя. 4, 3. Маша по себе иннер можешь закинуть. Кусяло по войду. Чтоб в КД шел. Скоро будет чума, приготовьтесь выносить. Вакати, Жень. 4, 3, 2, 1. 10% фаза. Скоро чума будет. Моба второго, Андрей, свои. Чума Сацуны. Диспел. Как только лич убегает в центр, все убегают на край левый. Приготовьтесь убегать, сейчас будет через 1%. Побежали все на край быстрее.
за квадратиком. Все, Хант, вот сейчас будут идти с центра такие сферки. Сейчас заметишь. Ты по ним должен стрелять. Только не выбегай отсюда. Вот, ждет сверка, стреляй по ней. Хант. Хорошо. Под духом, под лицом не стоишь. Вот сейчас будет переводить босса в центр опять. По сферкам, по сферкам. Все, приготовились в центр забегать. Забегаем все в центр быстрее. Сверху разбейте. Под лицо к духу не идите. Водите духа к плечу. Под жопу кричу все. Хан, ближе подойди. Хорошо. Иннер по Маше свободный, залейте. РДшники все разбежались по кругу. И Геру дайте. Да, милики тоже разбежались. Приготовьтесь, скоро будет осквернение. Подвалик, не несете осквернение. Фокси выбежал. Вот так вот Хант выносишь, как Рога сейчас. Видишь, такая уже появляется. Нужно, чтобы не было там людей. Добили валик, стали под спину ключу. Так, Маша Иннерс зальешь по себе. И Кусяло тоже в Машу зальешь. Андрей, как сможешь, залей в скибиди. РДшники разбежались. Милики тоже убежали. Мейсон выбежал. Служи. Валик разбили. В печеньке лок или нет? Могу это молить. Да, да, да. Он кричит лок. Все, печеньку забили. Пошли под спину ключу. В лужу полетите. Чуть подальше вот сюда. Разбежались. Все разбежались. Мейсон опять. Отбежали от Мейсона, там кто-то еще стоит. Хан. Полинор есть встать? Да. Валь по валькам сыграли, я прохильте. Где хил? Просто от заражения сдохну. Давай, БР, Андрей по мне. Полинор, вставай. Кусяо по мистер Бонду. Сейчас я встану. Приготовились, апокалипсис выбежал. Отбежали от лужи. Быстрее, Паша, тоже убегай. Блять, не сказал и все. Я туда лежу, пока не встаю. Не встаю. Пока лужа не пропадет. Все, Ханта, не резайте. Осквернение через 10 секунд по валькам играйте. Отбегите право-лево немножко. Приготовились выносить осквернение. Хила взяли. Побежала. Викиндофа прохильте, а тот заражение умрет. Сейчас эта центральная лужа пропадет нормально. Я встану тоже. Все, встаю, прохильте. Ближе к краю, Паша, подводи. Приготовьте скоро осквернение, право-лево немножко разбежались. Играйте тупо по лечу. Осквернение вынесите. Главное. Мейсон выбежал. Отбежали. РДшники, переведите лича. Ближе к краю все, перейдите к левому. Все, убежали. Массы и вы. Блядь, 4 к макросу. Рано, ну. Ладно, мне минус даже. Пошли в уж зайдем. Еще один трай сделаем. Зайдите в уж.
Да и убьем уже танк сдох, БРов нет. Ну, два раза вообще не разбежались, то есть под боссом стояли на два скажения. Встать есть у кого-то с масресом? А то там Валик сейчас по агрите опять, блядь. Давай, масрес. Блядь, ну зачем вы встали? Ну, тут не слышно я, что ты сказал. Ну да, сейчас. Я прибегу. Меня можете не сейвить. Сразу лок, шкаф, суманем там кого-нибудь. Три тела бегут. Вейсона суманем. Тыкайте сразу, потом забавимся. Он написал, что ему нужно уйти. Тогда куся. Еще. Блэквост до бесплота доберем, да и все наличие. Вон ФДК есть. Кнопка Полинор. Что я? Можно добрать. Давай этот. Фу, ребаф быстро и полетели. Петя нету. Где Петя? Чинился. Макс Будревен, если тут можешь заходить. Ладно. Нежить, пойдем, если что так. Урона хватает. Ну что тут у нас есть еще? Кого добрать? Бегу на время. Ты что, на глаза поплыли? Ну, что я доберем на меча? И 24 урона хватит. Да, будет. Все. Так. Готовность на пол. Вообще, ДК сказал, не хочет вешать КД на меча. Вот ТРТ закончилось. Петя. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрин. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Сейчас просто не прохилили четырех людей с заражением. У меня нет заражения, сдохну. Эти люди были далеко, блядь, от силов, вот и все. Я вообще в центре стоял, вообще под боссом, меня никто не хилил кучу времени. Ну хилы были другой стороны, раньше, Саша, отбежались, пока подбегут. Людей взял Валик. Там было один или два хила, я не видел точно, вроде два. Типа, люди разбежались на сквернение, и как думаешь, Холи Паул, Шаман, и еще там плюс один любой. Не, так это понятно, я же говорю, зачем он упал. Пали, припод, выпейте. Уфолок, ты чё такой маленький? Скоро чума будет, приготовьтесь выносить. Паша не забирает его моба большого. Гудхелп выбежал. Диспель, надо. Ну пизда, короче, вы что делаете, блядь? Че станы, блядь, ему даете? Вы что там ебанули совсем? 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Ухолок, чума. Маша, давай БР сосуны.
ребафа его. В Акате выбежу. Ребафьте в Сацуне, фулл с ребафами. Так, Кусяо, Иннер по Гэдхелпу, Маша по себе закинь, Андрей по Войду как сможешь. В Акате выбежу. Скоро вторая фаза. Возможно, еще одна чума будет. Возможно, нет. 4, 3, 2, 1. Наверное, не будет. Все, убежали все на край. Быстрее. Играешь по сферкам, Хант. Им давай глок, им обои поможешь ему. Женек! Не врывайтесь вы сразу в этого моба, пока его не поставили. Сверка почти дошла. Сверки. Иннер по скибиди нужно. Андрей, залей по скибиди. По сферкам играйте. Последний дух, приготовьтесь, разбейте сферку. Приготовьтесь забегать в центр. Забежали все в центр. Под лицо к духу не идите, милики. Че вы бежите тут через духа, через лицо его? Под спину кричу. Все быстрее. Как только вальки вылезли, РДДшники сразу разбежались. РДДшники разбежались. Геру дали, милики тоже разбежались. Под валик не несете гуль. Осквернение. После заражения будет сразу осквернение. В Акате выноси, все остальные в центр. Под спину кричу. Андрей, как откатится, БР викиндов отдашь. 2, 1. Берегитесь. РДДшники уже разбежались по кругу. Милики тоже разбежались. Скоро будет вальки и сразу осквернение. Под валик не несете. Мистер Бонд. Рунмейда прохил. 2, так, вальки, куда там, Локи? Да. Полинора, прохильте. Полинор, подбеги ближе, чтобы тебя прохилили, а то умрешь. Эмобоя сейчас. Эмобоя кто-нибудь подбегите, прохильте, умрет тоже. Осквернение скоро будет. 4, 3, 2, 1. Разбежались. Скоро будет осквернение. А пока залагал. Сацуна выбежал. Я тоже завис. Нормально. Пока. А я двигаюсь в игре, нет? Я ушел со, блядь, в сторону. Нет, ты стоишь вместе. Я хуй. Ну, рядом со мной не танчится, да. Эмобой завис, там до хера кто завис, походу. Вайка, хила несет. Разбежались, осквернение. Ой, эмобой отвис. Эмобой. Выбежал. Все, он. Разбивайте вторую вальку, которая туда летит. Под спину ключу. Андрей, ты отвис? Да. Кусяо, отдай БРФ 5. Наеми на ману, читай быстрее. Разбежались. Скоро будет. Вернение. Полинора прохильте, можешь сам себя Илья похилить. Бета-тестер побежал.
по валькам сыграли. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Вставай F5. Ребафните его. Разбежались осквернения. Все, на валик забиваем. Выносим осквернение, ведем личак. К... Мистер Бонд вынес. Все, веди личак в левый край, туда, куда вальки летят. Прям в край, переводим его. Иннер по войду, Андрей, залей. Еще один свободный иннер по войду. И сразу же готовьтесь на край заходить. Все, заходим. Сейчас лед появится, сразу заходите на этот лед. Массейф отдайте. Все, также хант играй по сферкам. Под лицо к духу никто не идет. Войд, убеги с лица, умрешь же, под лицом стоишь. По сферкам играйте, я тоже помогу. Хант. Я поиграю. Дальше запомните, всегда бьете лича под спиной. Если вас забрало в жнец душ, там нужно будет убить духа. В комнате. И сбить ему каст обязательно. У каждого есть чем сбить. Маша, зальешь себе инна. Духа заберите, дух стоит. Приготовились, забегайте, разбиваем сверки. На сверку только не бегите. Забегите внутрь. Вначале духа заливаем, под лицо к духу не идите. Жнец душ будет скоро, можно жми Ваня массакру. Сацуны под хил. Брат, рубль. Скоро будет осквернение. Румейт, от края до края водишь, босс. От края до края. Приготовились осквернение выносить. Разбежались немножко, Кусяо выбежал. Отбегите от Кусяо. Все под спину к боссу, под спину, под спину. Румейда прохильте. А, ну ничего. Паша, после заражения разбежались, часть людей вправо, часть влево. Скоро будет... Я по танчу ты половишь. Я по танчу ты половишь. Викиндов. Паша, не та... Нет, веди его вип-духов, становись перед рейдом. Вон, летят духи. О, блядь. Там не сбил кто-то каст. Забирай босса. Иди в акате его вип-духов под балабом. F5 прохильте, F5 прохильте. Осквернение скоро, часть вправо, часть влево людей. Фокси, выбеги. Перебежали все за спину, плечу. Сбей ему каст. Румейда прохильте. Могу бабу он забрать. Давай, ты следующий, Саш. Иди, иди. Лови. Нет, там ловит. Там... А, все, все. Следующих бабу заберу. Да, ты следующих ловишь тогда. Часть людей вправо, часть влево убежала. Вправо кто-нибудь еще больше. И осквернение приготовить выносить. После вызова духов будет. Сразу же. Хай. Привет. И перебежали сразу же на другую сторону. Привет. Паша, отверни от него. Угу. Сосуны ловишь сейчас духа. Жатва душ, нажми Паша, айсбам. Массейф, нажми good help. Бета-тестера прохил. Осквернение. Осквернение, право-лево разбежались, приготовились выносить. Вот после духов сразу будет. 9% добить. F5 выбежал. Перебежали на другую сторону, только в ужу не бегите.
8%. Если есть ПСК, можешь закинуть. А чё один дух не взрывается? Да иди на Йоми под сучкой слови духов. А, там уже Ваня словил, всё. Осквернения разбежались вправо-лево. Марсес выбежал, вынес. Перебежали на другую сторону и добили его. Эту скотину. Блять, опять завис, ёбаный рот. А я тоже завис. Вот какая-то хуйня. 1%, давайте, давайте, душим, вайп. Душим. Уже... Всё, вайп. Хан, ты вайпнул всех сейчас. Короче, самое интересное, он зебал два жнеца у меня нахуй. А он 2 и бьет, 1 с руки, 50% урона в виде урона от тьмы, а потом, когда 5 секунд пройдет, еще 70 тысяч. Или 60. Хан, да он шутит, блядь, не верь ему, а. Хан, блядь. Ну, короче, он ебал 14, 3, 16, 63, 15, ой, 16. Там пиздец, ебать. Вот это, которое у ЗВ, да, это там... получается... Получается он вообще... Попнуло, нахуй, ну, так смотри, там получается 63... Получается он вообще 80 тысяч, нахуй. Это вообще жестко, блядь. Это бесприжимок был просто, и все. Жимак и ДК не выжил, там похуй. Все. Нет, это я выживал, но не сам, типа... Плюсуйте все, кто был на РТ. За ИП можете плюсовать. А почему, кстати, думаешь? Не. Ну баг какой-то. Почему на Стирин не ресает, мне интересно. Но он еще не вышел с комбы. Он ждет ИП, но... Давайте все поднимайтесь, кидайте тело, кто может. Подождите, не открывайте, пока Кусяло, заходи. Не трогайте сундук, то сундук тронет, минус получит. Кусяло, заходи. И все, кто на замене, заплюсуйте. Плюс один. ВЛС. Так, не выиграете, парни. Я, кстати, на первой штуке, когда надо было сойти с платформы, чё, бля, вниз не сиганул, но всё надо прыгать, чтобы она появилась. Бля, чё, прыгнул вниз. Полетело, бля, когда... Ну что, Юра, заходишь? Самый долгий целкал у нас, блядь. Ну да, очень. Фидикейс можно дать? Завис. Ну чё, зато Хан, блядь, прошёл целка. Ну, в прошлый раз мы закрыли, короче, за 3 часа, там 20 минут или чё. Смотри, у нас нефть, Gold Hell, блядь. X7, Roommate, Foxy. У меня тут вагонов. Давай, сейчас закончим рейд, я тебя подсоблю как смогу. В смысле вагонов? Вагонов? Ханту что-то с ДПСом надо делать, или он во всех вальках был? Кто полутал? Надо что-то полутал. Не умею, я хуй знаю. Лут. Ой, блядь, а лут божественный просто. Одели... Это за старание такое, блин. Два Метриоса. Они еще нужны кому-то? Ну да, там... Команду взять. ДК. Подходит. Ну хоть осколок, по-моему, там заебись. Прото-шаман. А где второй Амит? Все, понял. Прото-шаман, да, точно. Все, останетесь по ИП-шим шмот и полетели дальше. Давай Талик первый. Талик было. Все Талик ждут. День. 10. Паша, тебе надо? Это говно. Может, он просто хочет сделать. Ну так я спрашиваю, надо? Если надо, то ты заберешь по мейну. Ты ж там. Рунмейт. Ну так а чё не пешишь тогда, ёпта. Первый тогда хай поставил, кто-то больше ставит. Да просто танк это залупа. Вы чё, блядь, придумываете? Хай раз, два, три, кидай обмен Петя. Не, в Т5 нормально просто. Т5
Да ты пятишь, как вот до там. Китая пешком. Давай, ну, пять, еще вторую такую же, блядь, и все. Весь есть первый шмот. Вторая есть. Таня, а уже есть. Подождите, тихо. Вот второе такое дерьмо. 10 good help. Раз, два, кинешь обмен. Ну, одна и шесть прям, фу. Да, синский. Он кусяв опять вылетел. Этот лут называется лут Каноба, нахуй. У нас был ДК-танк такой, во фросте танчил с двумя метриосами. Каноб, ебать. Шотался с стычки, ебать. Пока кусяв вот здесь, Талик, епэшим. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Апокалипсис, я сейчас за этого заводу. В смысле, чит? Процесс. Юра тут? Ладно, ребят, я ушел. Ну, Кусяо. Кусяо. Его больше не понял. Кусяо, пускай он в DC напишет, да и все, какие проблемы. У тебя Кусяо 14304 ЕП, нахуй. Там 12 поставили. Ставишь больше? 13 Кусяо поставил. В ЗИСе написал. 13 раз. 13 два. 13. Все, ГЦ. Ну, новыми уже есть. Паладина, жрец, чернокнижник. Завтра будет куда-то что-то интересное. Где есть? Зломан будет. Кусяло 10 раз. Ты сам виноват, Эмобой. Нечего было и пошить пояс. Нечего кого-то винить. Да, в смысле виноват, но он вообще ничего никогда не ролит. Да выпадет еще да, тысяча этих шмот. До завтра. Хай 10 раз. Тебе на мейнже? Хорошо, Паша 10 раз. Паша 10, 2. 10, 3 кидай обмен. А можешь обратно в целка сумануть? А, там хуй все равно выйдешь. Бля, забыл кольцо гублить, но. 10, паладин, жрец, разбойник. Ну? Токен, паладин, жрец, разбойник, никому не надо. 10, вакати, раз, два, кинешь обмен. Вот кто-то отнимает вообще ИП? Я понял. Нет, не отнимал ничего. Заебос. Ладно. Ну там Кусяус получается.